вкалывают роботы, а не человек. Но чтобы было именно так, сначала придется поработать над собственными навыками. Причем начиная с детского сада. 15 команд дошкольников не только из городов и сел Самарской области, но и из Чувашии, Калининграда, Челябинска приехали в Самару, чтобы принять участие в соревнованиях по алгоритмике в цифровой образовательной среде «Пиктомир» «Алгоритмиада-2024». В Самарском университете телекоммуникации и информатики прошел финальный этап соревнований. Самое главное – взрослым поверить в то, что дети в дошкольном возрасте обучаемы программированию. Бывает так, что дети привозят проекты и их защищают. Здесь дети будут решать реальную задачу. И, между прочим, все это будет еще проходить с помощью того сайта, где размещены задания. В регионе на системной основе проводится работа профориентации в сфере информационных технологий. Эта работа реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», в рамках проекта «Экономика данных». Работа построена на системной основе. У нас принята и успешно реализуется на протяжении ряда лет программа популяризации IT-специальностей. Она охватывает и школьную аудиторию, и студентов наших, и молодых специалистов, ученых. То есть она достаточно всеобъемлющая. Методику для обучения программированию дошкольников разработали в Российской академии наук. Дети решают задачи по планированию маршрута движения робота и составлению компьютерной программы без написания кодов на компьютере, а используя деревянные кубики и картинки. В связи с тем, что объем знаний, который должен освоить каждый новый гражданин планеты Земля, растет, этот процесс обучение программированию, алгоритмике, то, что связано с мировым процессом цифровизации, надо начинать как можно раньше. Лидером здесь, в России, является Самарский регион. Мы решаем важную государственную задачу – повышение компьютерной грамотности, которая жизненно необходима России для восстановления или обретения, или поддержания технологического суверенитета. В Самарской области реализуется несколько проектов, связанных с обучением программированию. Это урок цифры, Космофест, межвузовские соревнования по системному администрированию и многое другое. Финал первых соревнований проводится в Самаре не случайно. Дошкольные организации Самарской области одними из первых поддержали проект «Пиктомир». И сегодня 55 детских садов губернии реализуют программу «Алгоритмика для дошкольников». Виктория Шара, Игорь Казановский. События.